делайте всегда разминку перед забегом. Это очень важно. Не экономьте время на этом. Не сделайте разминку, будут последствия. Не сможете бегать неделю, две, три, может и больше. Очень, очень обязательно. После бега, после тренировки сделайте тоже заминку. Ну что, побежали? Очередная тренировка, подготовка к марафону. Как-то так. Ну все, я что, бегу? Очередная тренировка идет дальше. Каждый день. Смысла не вижу снимать каждый день. Потому что бегаю каждый день. Полторы недели пробежал свою самую такую тестовую длинную тренировку на 38 километров. Погоду, конечно, я выбрал дерьмовую. Шел дождь такой сильный. Ветер, холодно было. Но я пробежал 38 километров за 3 часа 44 минуты. И общий темп, средний темп у меня был 6.05 на километр. Нормально. Потом я сделал 2 дня отдыха. Да, 2 дня отдыха. И пробежал полумарафон. Пробежал я его за час 55. Но остальное все время я вот так же бегаю каждый день. Сейчас у меня идет челлендж. Каждый день по 15. Сегодня пятница. Завтра я буду делать отдых. Завтра суббота. А в воскресенье бегу длинную. Ну не знаю, километров 30 хотелось бы пробежать еще раз. Сегодня бегу легко. Темп у меня 6.08, где-то 6.10. При пульсе 125-127. Ну ладно, что я бегу. Не забывайте разминаться перед бегом. Это очень важно, не забывайте. Иначе будет травма. И после того, как тоже пробежали, не забывайте опять сделать разминку. Женщина проехала поворот. Классно. Я бегу. Все нормально. 6 километров пробежал. Знаете, что хотел сказать? Есть такое одно правило у бегунов, не у бегунов даже, в общем, те, кто хочет начать бегать, начинающим, запомните, это очень важно, не бегите за скоростью, за временем. Бегите, чтобы так, чтобы вам было комфортно. Время роли вообще никакой не играет. Любой бегун вам скажет: хотите научиться бегать быстро, научитесь бегать медленно. Все. Это очень. Закончил тренировку. Только что 15 километров. Хорошо. Офигенно. Состояние вот такое вот. Просто бомбическое. Бежал все я не спеша. Никуда не спешил, никуда жопу не рвал. Спокойно, ровно. Главное, беги. Неважно, какую дистанцию бежите. Короткую или длинную. Это не получить травму. Это будет все. Это как приговор. Представьте, перед стартом, скоро старт, да? И ты получаешь травму. А до этого ты готовился. Много, долго, упорно, каждый день, пот. И тут бам, травма. Все.
Я готовлюсь уже, сколько это, 8-й месяц. Да, 8-й месяц. Не, вру. 6-й. 6-й, а забег будет как раз 7-й месяц скоро. То есть у меня получится до старта я буду готовиться 7 месяцев с нуля. А бег я никогда и не любил, собственно. А бегом вот занимаюсь 6 месяцев. Я в него влюбился, я им заболел, стал наркоманом каким-то, я не знаю. Мне пофиг, какая погода, я выхожу и бегу. Вот, серьезно. О, такое состояние офигенное, просто кайфовое. Перед тренировкой делали разминку. После тренировки делаем то же самое, только заминку. Вот это состояние. Кайфовое просто. Солнце светит сильно. Ну что, тренировка закончилась. Тренировка была хорошая. Собственно, каждый день такая. Чувствую себя превосходно. Если хотите бегать, начать бегать, похудеть, если хотите, поднимайте свои задницы с дивана и начинайте бегать. Хуже ты от цака не станешь. Не говорите, что я не могу. Вы просто не хотите, это лень. Все вы можете. Ну все. Всем бегунам и начинающим бегунам я пожелаю, как спортсмены говорят, легких ног и удачи.